Символ ринга боец из Литвы. 31 год, рост 190 сантиметров, вес 93 килограмма. Профессиональный рекорд 5 боев при 3 поражениях, 2 победы. Боец из Литвы Арунас Вильдеус. Красного ринга боец, возраст 28 лет, рост 180 сантиметров, вес 92 килограмма 600 грамм. В профессиональном ринге провел 7 боев, в 7 из них одержал победу. Двукратный чемпион Европы по боевому самбо, мастер спорта международного класса по боевому самбо. Россия, клуб-чемпион, город Дербент, Султан постоянно с этим защита. Удачи обоим. Техническим нокаутом на первой минуте второй секунде первого раунда победу в этом поединке одержал Султанов!